Значит, всем здравствуйте. Это снова русский дрил на сцене. И сегодня я запишу вам советы по знакомству с девушками. Что нужно делать, чтобы познакомиться с ними. Ну, первое, что нужно сделать, это нужно подойти к девушке или девушкам и поздороваться с ними. И спросить, как дела. Она наверняка вам ответит, что у нее все хорошо. А второе, это порекомендовать канал, если вы ютубер. Третье, это когда они начнут вводить ваш канал, надеть маскировку, как у меня очки. И так, тогда вы им очень сильно понравитесь. Четвертое, при прощании пожелать им удачи в жизни и учебе. И таким образом вы сможете завести себе девушку, если у вас нету девушки. Это видео было, это видео специально записано, чтобы, ну, у кого нет девушки, вот такие вот советы. Ну и с вами был русский дрил на сцене. Как-то так.